город, пляж, ветер и раскаленный песок. Это чемпионат Приднестровья по пляжному волейболу. Впервые здесь, на Днестровском лимане, женские команды осваивают этот вид спорта. 11 команд, 22 волейболистки. Форма одежды пляжная. Задача выйти и не проиграть. Два поражения – прощание с турниром. Учитывая, что два поражения, то есть у каждой команды, которая проиграла, есть еще шанс побороться в финале. То есть это более, скажем, щадящая такая сетка, но и также позволяет все-таки проявить себя. Потому что это все-таки волейбол, спорт, такое бывает. Бывают и проигрыши даже к сильных командам, бывают сенсации. Дубосары, Днестровск, Тирасполь, Бендера. Четыре города на Днестре выявляют полуфиналистов. Здесь тебе и Тегина, и Жемчужина, и Динамо Глория. В общем, есть за кого поболеть. В основном все девушки играют в классический волейбол. Песочное покрытие многих оставляет за пределами аута и турнирной сетки. Да, сегодня вот в этих условиях мы определяем, кто на первом, кто на втором, кто на четвертом. И потом уже, в зависимости от занятого места, они приближаются к полуфиналам. Раскаленный песок добавляет жару, ветер влияет на поворот игры. И даже если ты главный судья, плеймейкер лучшей команды в республике и игрок в одном лице, это не гарантия выхода в финал пляжного турнира. Для нас это совершенно неудобно. Покрытие здесь тоже как бы песочное, и мы прилагаем достаточно много усилий для любого движения. Мы стараемся в игре учитывать все-таки погодные условия. Тем не менее, ваша команда уже в финальной части, насколько я знаю. Да, это так, действительно. Где-то какое-то свое мастерство, но все-таки нам помогло в пляжном волейболе. Как сыграли вообще? Вот без единого поражения. Ой, здорово. Вообще нацелены на результат? На самом деле, в этом чемпионате хотелось бы? Хочется, конечно, красиво выступить, показать хорошую игру и порадовать тем самым болельщиков. Болельщиков порадовали, себя показали. Пара Микинина-Райкович пока идет без поражений. Еще один дуэт из «Динамовской Глории» особенно запомнился зрителям. Сестры Касаткина и Леонтьева украсили лиманно-волейбольный пейзаж. Пара с Мариной Микининой очень хорошая, Касаткины очень хороши, тут ничего не скажешь. Тут именно любо-дорого посмотреть, когда тут все сложилось. И эстетика, и красота, и профессионализм, который у них есть. Тем более все прошли школы и Украины, и зарубежные школы. В финале сыграют еще и представительницы дубосарского волейбола. Команда «Жемчужина» и еще одна пара из «Глории» составят терраспольчанкам компанию. Девушки выйдут на песок уже в дубосарах 22 августа. А в эту субботу в Днестровске мужской четвертьфинал. Эмоции и драйв гарантированы.